Меня зовут Инна, работаю около 3 лет с компанией Universal Energy Казахстан в должности старшего специалиста по административно-кадровым работам. В основной функционал входит поиск и подбор персонала, проведение кадровой и организационной работы. Мне очень понравилась идея производства чистой электроэнергии в Казахстане. И, конечно же, меня привлекала перспектива стоять у истоков компании и помочь на таком жизненно важном начальном этапе компании с поиском и подбором персонала. За весь период существования наша компания создала 72 рабочих мест. Это не считая людей со стороны подрядчика, которые также были задействованы в период строительства. От нефтедобычи до строительства инфраструктуры китайские компании вносят большой вклад в экономику Казахстана. На сегодняшний момент уже создано 2800 объектов, которые финансируются китайскими компаниями. Мы очень хорошо дружим с нашими китайскими партнерами. Мои китайские коллеги оказывают мне всяческую поддержку как на личном, так и на профессиональном уровне. У китайских коллег я научилась умению держать руку на пульсе, всегда быть в курсе происходящих событий, текущих дел. И также я научилась у китайских коллег работать быстро. Китай известен во всем мире философами, которые оказали большое влияние на весь мир. Один из моих любимых философов – это Конфуций. Его учение о том, что благородный человек должен быть гуманен сначала к себе, по отношению к себе, а потом уже ко всем остальным. Данное учение является очень близко к моей жизненной позиции.